психологию. Рассказ? Заработал. Как можно из новой технологии... А, нет, опять. Мне кажется, он сел. Какие из новой технологии? Говори, меня слышно, вот вам, например, прекрасно. Это точно все. Как из новой технологии можно получить системные изменения выгодные? Можете к Стаффорду Гиру, например, обратиться, известный кибернетик чилийского проекта автоматизации экономики. Или какую добавленную стоимость, или экономию можно получить из новой технологии. В прошлом году, увидев работу Aerolab, решил это изменить. Еще одно применение, которое мы за последний год в демонстрации показали для фармацевтической и пищевой промышленности, это эксперименты, технологии еще на раннем этапе, работая с ними ранние адаптеры. Но, как мы видим, последние несколько месяцев многие компании приходят к этому, и в том числе крупные бренды. Я работал работал в прошлом году с системой промышленного интернета вещей для этого промышленного предприятия, о чем я говорил. Вот. И блокчейном для реального сектора занимаюсь последний год. Вчера участвую работу Бродского услышал. К сожалению, в наши дни не только ложь, но и простая правда нуждается в следных подтверждениях и доводах, потому что к контролю качества продукции наивным студентам я полагал, что абитуриентам, полагал, что там, умные взрослые стандарты вводят, все делают полные продукты, проверяются. Но на самом деле, разобравшись, как работает аудит по тем же там, стандартам ISO, например, и как работает контроль качества, видно, что в этом направлении нужно еще много работы, а блокчейн-технологии позволят нам сделать непрерывный аудит, к примеру, производства продукции. В трендах, которые описывал Сергей с индустрии 4.0, есть замечание по поводу интернета вещей в предприятиях. Это те же самые системы контроля качества, датчики, которые, если нужно еще доставить, установить, и это системы, которые могут измерять и оценивать правильность, соответствие производственного процесса стандарту, безопасность и такие параметры. А чем они интересны сейчас? И с 2006 года некоторый мем о том, что данные – это новая нефть, и вопрос в том, как эти данные перерабатывать, чтобы получить из них выгодный продукт. Вот один из примеров. В прошлом году мы были на конгрессе по интернету вещей в Барселоне и увидели там продукт компании Fukawa, это промышленный гигант в Японии. Они предлагали технологию мониторинга цепочки поставки вина, чтобы потребитель мог видеть температуру, влажность, при котором доставалась бутылка, и по QR-коду мог убедиться, что оригинальный аромат доставлен от производителя. Но даже тем, кто с компьютерными технологиями не имеет дела в работе, становится очевидно, что это обычный веб-сайт, данные там контролируются партнерством, и их можно подменить. Мы предложили идею через месяц на форуме «Набережных Челнов». Рассказ? А это Дережный. Здорово. Предложили способ, при котором данные, собираемые в системами измерительного предприятия, системами интернета цепочки поставки, они защищаются и с помощью современной криптографии, в том числе блокчейн-технологиями, и становятся независимы от производителя после того, как возникают вместе с продуктом. Продукт выпущен от производителя, и данные вместе с ними. Данные больше не подконтрольны тем, кто их произвел, из-за того, что они находятся в децентрализованной сети. То есть в процессе производства, доставки данные могут собираться с помощью централизованных технологий и, например, по QR-коду на этикетке потребитель может увидеть их, опять же, через тот же веб-сайт, но при этом проверить, что данные невозможно подменить. Покажу позже демонстрацию.
Это создает такие продукты с историей, то есть это продолжение того, как когда-то продукты поставлялись на продажу без этикеток совсем, позже стал оказываться состав, это стандартизировалось, и в индустрии 4.0, мне кажется, покупка продуктов без истории, продуктов, которые не могут рассказать, как они производились, подтвердить это данными, с датчиков. Покупатель будет тем же самым, что сейчас доверяет продуктам без истории. Ну и выглядит на интерфейсе у покупателя в сайте, это, ну, может, примерно так. То есть, система может автоматически определять, соответствуют ли условия то есть доставки стандарту и информировать тебя на покупателя. Я покажу следующий монитор демонстрацию того, что мы сделали для фармацевтического производства в Санкт-Петербурге. Делали для производства такого бейджа, называется барьер. В нем содержится хлорсодержащее вещество. И если его будет чуть больше, чем нужно, то это будет опасно для носящего его человека. А если будет чуть меньше, то он не будет делать свою работу. А работа заключается в том, чтобы обеззараживать воздух вокруг человека, который имеет иммунодефицит или, например, химиотерапию перенес, и такие люди этим пользуются. Сейчас мы видим интерфейс, в котором оператор, проверяющий партию товара, добавляет данные в из системы контроля качества из спектрографа в файл. Подписывает своим приватным ключом, что мы видели сейчас с помощью сайта создается QR-код, который наклеивается на этот пейдж, и по нему можно посмотреть данные о концентрации вещества, и ссылочка внизу синяя, это хэш-ссылка, так называемая, то есть неизменяемая ссылка на блок данных. По этой ссылке невозможно загрузить никакой другой пакет данных. То есть если данные будут применены производителем, загрузится все равно тот файл, который был оригинальным. И тот же пример можно применить для многих индустрий. В истории с продуктами питания это уже было рассказано. С фармацевтическим производством я бы с радостью для своей семьи покупал те лекарства, которые могут подтвердить свою оригинальность и безопасность. И это как раз пример того, что технология создает дополненную стоимость. Данные цены достаточно, чтобы за них немного платить. Для бытовой техники, для автомобиля есть интересное применение, к примеру, Samsung, работая в направлении круговой экономики, следит за эксплуатацией стиральных машин, и для отслеживания передачи собственности на эту круговую технику, отслеживания того, где вторсырье, тот же способ мониторинга запаха может быть применен. Для этим летом мы провели проект демонстрационный для нефтедобывающей российской компании, и там интересный пример был с тем, как создать доверие к данным от сторонних организаций. Эта компания использует подрядчиков для эксплуатации своего оборудования на местах. И мы применили технологии цифровой подписи и мониторинга, который я показывал до этого, чтобы данные, которые получают со своего оборудования одна организация, могла доверять другая, чтобы данные были не поддельны. Ну вот, я коротко рассказал, если вам интересны технические подробности, в нашем блоге одна из последних статей прошлой недели подробно рассказывает о технологии того, как это работает. Спасибо.